Esa próxima alumna es muy cercana a la Maxi Express. Da 2 minuti la delegata consolidata la prima la direttrice Cipiri comanda UFA Alissa. Вышла Алена и Кличенко номер 25.
На 2 минуты удалена Анастасия Рагуткина, номер 21, команда «Уфа Алиса». Спасибо.
Незаразуме кај се одарише да го добро 58.
Шкафный бросок реализовала Екатерина Паначева, номер 23-9-7. Впереди Уфа Алиса. Забросила Мария Костелова, номер 26. Забросила Анна Цибульникова, номер 2, 10-10. Давай, давай, давай!
Я запрошую Варвара Тайкова, номер 12. 10 минут до конца первого тайма. 12-12. Забросила Мария Костюмова, номер 26. Мария Костюмова, номер 26-14-13, впереди Кубань 3.
Запрашиваются на готовые отметки 16-15. Впереди Кубань 3. Запросила Анна Цибулькова номер 2. Oh!
Закончился первый тайм со счетом 19-17. Впереди команда «Кубань-3». Я изобразила умная на шлунке на номер 35.
Я бросила она ответила номер 22. 19. Я бросила Полина до финала на 74. Тайм-аут для команды Кубань 3.
Кубань 3 играет в полном составе. Екатерина Головачева, номер 23, 28, 24. Thank you.
На 2 минуты удалена от Софии Рудкина, номер 21, и ты не третья группа удаления в этом матче. Давай, Зарина, отбей. Впереди Уфа Алиса.
кулаки в центре. Ничего, добьешь, Таня, что там отправишь. Уфа, 10 минут, полностью стартует. Thank you.
Позоры сына София Гокая, номер 13. Пять минут до конца матча, 33-32 в пользу Казахстана. Изображена Екатерина Зиновьева, номер 2. Thank you.
Последняя минута матча. Последние 30 секунд. Матч закончился со счетом 35-33. Победа одержала команда «Кубань-3» Академия.